Настало время великой битвы, враги уже начали рубить непроходимый лес. Медлить нельзя, ибо они уже вот-вот прорубятся. Жалкие трусы, что охраняли эти границы королевства, сразу же сбежали, как только увидели огромную вражескую армию. Сбежали все, но не он. Ибо великий Дар никого не боится и никогда не отступает. Однако своих врагов он уважает, ведь он всегда говорил, что нельзя недооценивать противника, и жить. Великий Дар зарядил свою катапульту и бросил последний взгляд на родную деревню. И вот он ушел, с холодным сердцем и душой отправился в дорогу.
Я приеду.
Я присутствую.
Как ты,
Чоп-чоп! Complete.
Как я тут нашел себя замечаем этих пидорасов? Чап-чап! Я присутствую. Сейчас замачивай, чёрт ты! Thank you.
Under attack!
Yeah.
враги были непобежны. Целых полгода великий удар, с помощью только лишь одной катапульты, отбивал атаки сотен тысяч миллиардов врагов. Однако он выстрелил.